Вечеринка Купидона организована молодежной группой «Аффект» при поддержке благотворительного фонда «Стмэги» и его президента Германа Захарьяева. В ресторан «Эден» в поисках своей второй половинки пришли около 80 человек из разных уголков Израиля. Организаторы подготовили для них конкурсы, давали увлекательные задания. Самые смелые получали призы. Сегодня вечер влюбленных. Как говорят, Купидон парти. אני רוצה להודות לקרן בינלאומית סטמגי שעזרה לנו לקיים את הערב הזה. אז מחיאות כפיים לסטמגי בבקשה. Родилась, можно сказать, где-то 8-9 месяцев назад. Как говорится, мы живем уже в 21 веке. Сватовство уже не в моде. Поэтому нужно как-то помочь нашим молодым, чтобы они познакомились. И если, как говорится, благодаря этому вечеру будут хотя бы 3-4 пары, которые познакомятся, которые в конце концов женятся, это будет большим вкладом в создание Бейт Исраэль, как говорят. Я хочу выразить искреннюю благодарность Международному фонду «Стмеги», который нам помог с проведением этого вечера. Не только нам, я знаю, что фонд «Стмеги» помогает очень многим организациям в Израиле, за рубежом, в России, в Америке, в Европе. Я хочу пожелать, чтобы вы продолжали помогать, потому что это святое дело. Поддерживал романтическую атмосферу вечера и веселое настроение гостей талантливый горско-еврейский диджей Исайка, который профессионально ловко выбирал подходящие моменты для зажигательных и медленных танцев. Это мероприятие стало началом отношений трех пар, которые нашли свои половинки именно благодаря вечеринке Купидона. Молодые люди не забыли поблагодарить организаторов мероприятия за прекрасный вечер.